прошел месяц с момента получения планшета. Я вот даже не стирал защитную пленочку, которая наклеена на нем. Она отлично реагирует, как бы планшет на нее. Поэтому я ее не стирал, защитного стекла у меня нету, пусть будет, решил. Вот, давайте визуальную еще составляющую посмотрим еще раз. У нас здесь идет вход для наушников, HDMI, mini-HDMI, динамик, micro-USB и USB Type-C. Слот для карты памяти. Карта памяти у нас вставлена на 128 гигабайт. Ее поддерживает хорошо. Вот Samsung 128 гигабайт. Так, снизу у нас магнитные площадки, вот две, и для крепления в чехол. Вот, с этой стороны у нас ничего нет. Здесь кнопочка, здесь у нас включение и громкость. Вот, купил версию с чехлом, чехол. Вот, клавиатура с чехлом, в принципе, она не нужна. Я вам объясню почему. Во-первых, ею пользуешься не совсем удобно, да, то есть если вы пользуетесь как ноутбуком, но я брал не для этих целей, а брал пользоваться как именно планшетом. Вот так это выглядит, как установлено. Вот, если пользоваться им как планшетом, это одно, но если пользоваться как ноутбуком, в принципе, да, удобно. Здесь вот тач, ну, фигово работает, скачет он туда-сюда. И клавиатура, в принципе, работает неплохо, да, ее можно как бы взять, но эти все функции на планшете, то есть экранная клавиатура, и на ней вполне удобно, можно набирать и так далее. Скажу сразу, вот эта вот клавиатура, если она подключена, это огромный минус. Если она подключена, жрется батарея, даже если планшет выключен. Это минус этого планшета, как бы один из минусов, их очень много. И давайте начнем с плюса. Еще про клавиатуру. Как чехол, она тоже не подходит, это я уже озвучивал, но вот смотрите, как она замшевая, да, то есть это у данной версии, у плюс версии, вот она идет как замшевая клавиатура. У про версии там идет чисто пластик, никакой замши, то есть там с клавиатурой все в порядке. Но клавиатура от про версии, я так понял, она не подойдет для плюс версии. Почему, я не знаю, но я нигде не нашел подтверждения, что она будет работать. Есть клавиатуры на Али, которые якобы подходят на плюс версию, которые похожи на про версию, но они это или нет, я не знаю. И если бы кто-то проверил, допустим, купил, ну или там возможность была где-то где-нибудь попробовать плюс версию с той клавиатурой, у которой есть USB, то как бы она намного лучше, потому что это вот, видите, она все на нее цепляется, не оттирается, то есть чисти, не чисти, ты ее почистил, она через 5 минут опять грязная. Поэтому клавиатура тут нафиг не нужна, то есть лучше взять какой-нибудь чехол и пользоваться чехлом, а не клавиатурой. А клавиатурой уже экранной пользоваться, потому что это все-таки планшет, а не ноутбук. Я его включаю, давайте отключим от клавиатуры, планшет включаем. Вот, выбираем вначале плюс, и потом я расскажу о минусах. Скажу сразу и честно, что планшет несколько раз в процессе использования, в процессе настройки, я намеревался его засунуть обратно в коробку и продать кому-нибудь или что-нибудь с ним сделать, вот, и искать себе другой планшет. Клавиатура вот эта вот, она в рознице стоит, то есть, ну, отдельно, если брать от планшета клавиатуру, она стоит, по-моему, $30, около $30. Смысла, то есть она не стоит этих денег, и покупать, допустим, если у вас будет разница, купить такой планшет, допустим, за $150 и клавиатуру отдельно, или с клавиатурой там за 170. Вот, нет, не берите с клавиатурой, берите чисто планшет, если он вам нравится, если он вам нужен. Я покупал планшет ради Windows, для того, чтобы можно было установить Sony Vegas и, допустим, там какой-нибудь небольшой ролик записать. У меня есть компьютер со старым процессором E3200, вот, и я хочу сравнить планшет, это мы сейчас увидим, как они справятся с небольшим роликом в одинаковом качестве, за сколько минут они его обожмут. Сравнение с планшетом и на компьютере моем стареньком. Плюс я немножко пытаюсь научиться программировать, и мне интересует, как будет запускаться JetBrains, как быстро по сравнению с, допустим, ноутбуком, быстро и вообще можно ли на нем работать. Итак, о плюсах. Плюс
тут в этого планшета огромный один, он, да, действительно, он офигенно работает на андроиде. Никаких проблем здесь нету, андроид вообще все четко, все быстро, все классно. Вот я World of Tanks скачал, все идет, все быстро, отлично, то есть, ну, просто безумно мне нравится. Картинка шикарная, тут и видео тянет, класс, да, то есть... По работе планшета с андроидом вообще никаких проблем. То есть, если вам нужен планшет на андроиде, то можно смело брать, если вам нужен только андроид, брать, удалить отсюда полностью винду. Да, он очень классный, андроид тут все просто, ну, супер. Но за такую стоимость, как я купил, а купил я его за $150. История, давайте отклонюсь и расскажу историю. Покупал я его на Banggood, но история здесь такая. Я купил за 149.99 на Gearbest'е. То есть, на Banggood'е на следующий день появился за 149.99 или 97, не помню, точно тоже Чувик H10+, но уже с клавиатурой, то есть та же сумма, тоже клавиатура. Я написал на Gearbest, говорю, ребят, так и так, вот я нашел более дешевую версию, вот, либо отправьте мне с клавиатуру дополнительно к этому планшету, либо верните деньги. Они написали, что ок, мы вернем деньги. И вернули буквально в этот же день. То есть я еще удивился, потому что очень быстро вернули деньги. В этот же день вернули деньги, я воспользовался купоном на Banggood и купил без проблем как бы планшет на Banggood. Выбирал я между плюс версией и версией Pro. У Pro мне понравилась клавиатура, она идет здесь с USB по бокам, то есть два дополнительных порта USB. В этой клавиатуре никаких дополнительных портов USB нет. Понравилась мне Pro версия только из-за клавиатуры, но у нее меньше батареи, чем здесь. У Pro версии, по-моему, 6000 мАч батарея, здесь 8400 батарея. И я выбрал все-таки между клавиатурой и батареей, выбрал батарею. Ну, плюс в Pro версии там якобы возможно, разобрав его, подключить SSD диск, да, то есть 100+. Но доказательств того, то есть это я прочитал перед тем, как покупать, я прочитал ветку в ОПДА, немножко пролистал ее, как бы доказательств того, что туда в Pro версию можно SSD диск вставить, я не нашел. И, естественно, взял как бы плюс версию. Давайте, пока оно продолжает грузиться, я еще расскажу, с какими проблемами я столкнулся. Проблемы на Windows. Первая проблема, он тух. То есть ты работаешь раз в полчаса, полностью тухнет экран на 3-7 секунд. Это, естественно, как бы мешало работе. Я установил там патч, зашел в BIOS и там включил галочку, ну, по советам ФОПДА. И теперь эта проблема не исчезла полностью, но появляется редко. То есть, может там за целый день, может 1-2 раза за целый день. Раньше полчаса стабильно. Почитав ветку ФОПДА, все проблемы, которые я столкнулся на этом планшете, они есть практически у всех. Но, когда я покупал, я читал ветку и, в принципе, ну, как-то не обращал на эти мелочи внимания, и я не мог понять, как бы, да, то есть, ну, я не мог предположить, что все эти глюки будут у меня в планшете, но, судя по тому, и плюс... На ФОПДА вверху там был опрос, есть ли глюки у вас в системе, есть ли в вашем планшете глюки. И, естественно, я прочитал, и там было, ну, порядка, там, я не помню, там, около половины или там 30-40%, что у меня никаких глюков нет. Ну, я довольно-таки удачливый и решил, ну, как бы удачливый в плане техники, да, то есть техника у меня со мной дружит. И я решил, ну, возьму, закажу. Реально намучился... Пока поставил клавиатуру, пока настроил ее прозрачную, она не хотелось в автозапуск добавляться. Тут специальная система, схема для добавления этой клавиатуры в автозапуск. Да, действительно, я помучился. Далее, вторая проблема. Он быстро разряжается. Если вы оставляете его на клавиатуре, то есть почему не нужна вообще вам клавиатура? Потому что она разряжает его, это раз. Во-вторых, как функция, как чехол, ты ей уже пользоваться не можешь, потому что если в чехле на ночь ставишь планшет, все, он будет на утро разряжен, там 1-2%, то есть реально разряжать, даже если выключенный. Второй момент, USB Type-C, да, то есть нужно заряжать, нужно его заряжать выключенным, без клавиатуры. То есть, чтобы ничего ему не мешало, и уже как бы получается клавиатура лишняя, то есть нужен для нее чехол. Лучше вместо клавиатуры взять просто какой-то чехол. У меня как бы проблем не было с зарядкой, но пишут, что выходит из строя модуль зарядки, поэтому может такое вот быть.
Звук отличный, ну, неплохой бы я сказал. Есть там допил можно, чтобы был еще громче звук, эквалайзер поставить. То есть все это на FOPDA есть, и я вам скину. Так, докачалась, идет распаковка ресурсов игры. В принципе, на андроиде у меня я как бы поигрался, поставил игры, погонял их, потом удалил, потому что если вы используете карту памяти, да, то есть на андроиде мало места для андроида, и если вы используете карту памяти, она для Windows, то она не подходит для андроида, и ее нужно будет переформатировать. Поэтому я удалил просто игры, чтобы не занимало место. Под виндой я удалил все там бэкапы системы и так далее, то есть очистил систему, и, по-моему, у меня стало свободно там около 20 гигабайт. Ну, уже поставил, и мы сейчас, когда переключимся в Windows, мы посмотрим, сколько свободного места. Ну и заодно протестируем на этом планшете, протестируем карточку памяти, как я и обещал. Так, танки установились, сейчас послушаем, немножко поиграем, посмотрим, как. Картинка очень мне нравится, то есть такое все сглаженное, красивое. На 8-дюймовом планшете, конечно, графика похуже значительно. Ну, сейчас 46 FPS показывает, 47. Давайте поедем в толпу. 44 FPS. Кто-то меня наслает. В общем, игрок с меня никакой. В общем, добили меня. Играет это все хорошо. Сейчас FPS 40-41. Вот, звук хороший. В андроиде можно смело играть. Давайте сейчас попробуем еще асфальт игру. Итак, асфальт запустили. Графика мне очень нравится. Все гладенько, красиво. Но у меня на компьютере графика хуже намного, чем здесь. Если так поприсматриваться. То есть любые игры... А, его вот так управлять нужно, да? Это мы играли в асфальт, и в фоне был World of Tanks. Давайте попробуем еще. Я вот такой вот запускал, но я не знаю, восстановилась она или нет. Thank you.
Итак, как мы убедились, на андроиде все работает, все у нас отлично. И для переключения на Windows нам нужно подержать немного кнопку, то есть где-то здесь есть приложение, которое Switch to Windows переключает на Windows. Но я обычно включаю, держу немножко клавишу включения, появляется вот такое менюшко Boot to Windows. Жмем Boot to Windows, и он пошел в перезагрузку. Итак, Windows. Windows тоже неплохо, танки идут, я уже в каком-то видеообзоре, я их сюда качать не стал, но в каком-то видеообзоре они есть. Вот, давайте посмотрим на клавиатуру экранную, которую я поставил, она полупрозрачная, очень мне нравится, на FOPDA, видите, такая клавиатура всплывает, и ее удобно, то есть не нужна вот эта фигня, которая разряжает планшет, она не нужна. Вот, можно вот так поменять, то есть пользоваться удобно планшетом, можно и ролики смотреть, и вот, давайте повернем, чтобы видно было, то есть все, отзывчивость клавиатуры хорошая, можно все набирать, как бы без проблем. Для переключения обратно на Android здесь есть вот такое приложение, как Switch Now. Вот, родное я удалил с родной иконкой, поэтому выкачал с FOPDA, ну, случайно, когда откатывал систему, решил откатить на самое начало систему, и потерлись вот эти все приложения, которые были предустановлены. Но, тем не менее, вот здесь я установил Telegram, браузер Opera, да, там QuipShot, то есть стандартное приложение. Вот DFX, это приложение для настройки звука, для улучшения качества громкости звука. Действительно работает, действительно улучшает. Хорошее приложение, то есть, ну, советую, оно, все это есть по ссылке FOPDA. Были глюки вот с затуханием экрана, ну, в принципе, давайте откроем браузер, что-нибудь загуглим, посмотрим, и потом уже закончим то, для чего я его брал, то есть, а именно, это запуск Sony Vegas, вот он у меня уже установлен, и IntelliJ IDEA. Итак, вот ролик. Подгружается медленно, потому что это не из-за он грузится медленно, а именно проблема интернета здесь, ну, в помещении, где я нахожусь. Вот конкретный дом — это у нас реальный объект, которым можно пользоваться. А конструктор new — это, скажем так, гастарбайтеры, которые быстро приехали и быстро это все. В общем, все круто. И давайте теперь запустим IntelliJ IDEA. Вот, видите, обновились опять иконки. Я не знаю, почему так происходит, но периодически на рабочем столе иконки обновляются. Ну и это видно визуально. Вот, и, ну, я думаю, надеюсь, если получится, чтобы... Ну, надеюсь, что будет этот глюк с затуханием экрана, чтобы вы увидели, поняли, о чем идет речь. Потом, когда система уже загрузилась, допустим, вы прогрузили все, он немного быстрее работает. И если, допустим, закрыть его потом и повторно запустить, он будет быстрее запущен. Но это же планшет, он может в любой момент разрядиться, и система будет, ну, постоянно систему держать в планшете, постоянно держать систему заряженной, ну, как бы, особенно у того, у которого... Если он выключен на винде, батарея тоже съедается быстро, то есть даже если он в режиме ожидания. То есть если просто выключить его вот так и оставить на ночь на винде включенной, оставить на ночь, он разрядится в ноль к утру. То есть вот это вот огромные минусы винды. Конечно, в андроиде такой проблемы нет. Почему, я не знаю. То есть в андроиде выключаешь в режим ожидания, и он может неделю у тебя лежать в режиме ожидания, ты включишь, и он еще будет там наполовину заряжен. В винде выключаешь в режим ожидания, обложишь планшет на стол, все, утром приходишь, батарея разряжена. То есть, почему так происходит, непонятно. Ну, как бы это недоработки винды. Винда, конечно, да, очень сыровата, но... Для моих целей должно быть достаточно. Ну вот здесь набросана небольшая вот программка, да, стандартный Hello World. Так, он еще не прогрузился, да. Почему-то оно
медленно работает, с какими-то притормозами. Я вот в прошлый раз запускал, буквально вчера запускал, и все работало быстрее. То есть сегодня почему-то оно притормаживает. Ну, как бы, тем не менее, вот вы видите, оно работает, но с определенными тормозами. А, видите, растормозилось. То есть, скорее всего, какие-то фоновые модули подгружались еще в IntelliJ IDEA. Вот. Ну и давайте еще раз. Вот, в принципе, на клавиатуре можно набирать. Ну и давайте запустим. Итак, IntelliJ IDEA, я очень хочу научиться программировать, немножко у меня есть уже там и свои наработки, и приложения свои есть, вот, и ну, у меня не хватает катастрофически времени заниматься программированием, и этот планшет в первую очередь был куплен для того, чтобы можно было поставить IntelliJ IDEA и, допустим, ночью лежа, когда уже все уснули, перед сном немножко посмотреть видеоролики, обучающие материалы, видите, все запустилось, все отработало, сколько, ну, в принципе, проект заработал. Теперь повторно, если запустим, он уже отработает быстрее. Вот. Видите, буквально там доли секунды. Перекомпилировал, все работает, все отлично. Вот. Ну и если у меня там, допустим, нет возможности за компом, как бы, да, запрыгнуть или ночью смонтировать видео, допустим, той же какой-нибудь распаковки, поэтому и Vegas Pro установить. Vegas, кстати, работает, тут загружается быстрее, чем IntelliJ IDEA, вот, но как бы все относительно рабочее. Но винда на планшете очень сырая, и я не вижу смысла, если вы хотите ради винды этот, ну, еще имеет смысл купить этот планшет, потому что он один из дешевых, который имеет на борту 4 гигабайта оперативки, 64 гигабайта постоянной памяти. Кстати, да, мы же хотели посмотреть, сколько памяти у нас осталось. Вот, и в принципе для винды это как бы нормально, и он работает поживее, чем аналогичные планшеты там с 2 гигабайтами оперативки. И так свободно у меня вот получается 14,8 гигабайт. Еще хотел сказать, у данного планшета нету там 3G модуля, и естественно симку в него не ставишь, но можно спокойно вставить внешний USB модем, да, он выглядит, ну, там у меня такой OTG, можно какой-нибудь OTG, допустим, загнуть назад и держать сзади, либо вот в таком вот положении, без проблем подключаются внешние модемы, драйвера настраиваются, то есть под виндой все как обычно, на обычном компьютере можно подключить и работать с мобильным интернетом. Вот я сделал скриншот экрана, вот такой вот глюк у меня был в Chrome. Видите, FOPDA, так как будто наложилось все. Ну, сейчас это не повторяется, этот глюк. Но вот в начале, пока я не установил все драйвера, вот такой вот глюк наблюдался. Тест карты памяти, как и обещал, я это заскринил просто. Карточка хорошая, работает быстро, ну, то есть к ней проблем вообще никаких нету. Это Samsung 128 гигабайт, пришла она, я ее не тестировал, потому что не было времени. Ну и сразу вставил планшет, в планшете вот у нее она отображает вот такие вот скорости. Итак, взял небольшой кусочек файла из обзора, настроил, настройки у нас здесь стандартные, то есть тем, какими я обычно кодирую видео, это для интернет HD, все по умолчанию, единственное, что постоянный битрейт 10 миллионов ставлю, аудио стандартное, как бы, ну, все остальные настройки стандартные, и мы здесь выберем визуализировать только центральный процессор. На компьютере я обычно использую CUDA. Ну и давайте, наверное, тогда тут тоже CUDA выберем, если имеется. То есть визуализировать, используя CUDA, если имеется. Это, я так понимаю, будет использована видеокарта. Вот. Ну, давайте, раз я в таких условиях делаю на компьютере обычно, давайте посмотрим, как оно здесь будет. То есть файлик я сам скопировал. Давайте я сохраню эти настройки. Файлик я сам скопировал на флешке на диск D. Диск D это у нас флеш-карта Samsung. Вот. И давайте теперь попробуем. То есть ролик занимает немного места. Вот рендер. И он погнал его делать.
Ролик этот 30 мегабайт, то есть небольшой. Так, немного промотал. Дошли до 100%. Это 30 мегабайтный ролик. Все, записывался он 11 минут 2 секунды. Сейчас сделаем все то же самое, только выберем... Так, название другое давайте добавим. Название. Вот, все то же самое, только теперь выберем использовать только центральный процессор. Окей. И поехали. Так, промотали, заканчивается. Используя центральный процессор, заняло время 8 минут 6 секунд. Вот такой вот ролик мы записали. 30 мегабайт, он весит немножко такое. Ну и теперь этот же ролик, только на компьютере с процессором E3200, по-моему, интеловский. Вот, те же настройки, давайте посмотрим. Все то же самое. Вот, только используя CUDA. Давайте начнем с CUDA. Поехали. Заметно видно, что персональный компьютер намного быстрее справляется. И видите, это поддержка CUDA. Тут, по-моему, видеокарта на 512 мегабайт стоит. Вот, и если он ее использует, то он намного быстрее кодирует. Так, заканчивается. То есть там у нас заняло с поддержкой CUDA 10 или 11 минут, а с процессором 8 минут. Здесь у нас 1,5 минуты с поддержкой CUDA. Давайте теперь попробуем то же самое, этот же ролик. Все-все-все сделаем, только с настройкой, используя центральный процессор исключительно. Вот, поехали. Да, давайте перешьем этот файл, него же переделаем. В любом случае, я думаю, что здесь должно быть, по идее, быстрее. Ну, видите, используя чисто процессор, то есть без видеокарты, идет процесс медленнее. Но, тем не менее, как мне кажется, немножко быстрее в любом случае. То есть E3200 процессор 4-го квартала 2009 года справился с задачей в два раза быстрее, чем процессор для планшета. Даже он не в два, наверное, в полтора раза быстрее получилось, да. То есть там было 8 минут, здесь ну, на 30% всего быстрее получилось на процессоре. Но на CUDA, да, видеокарта, конечно, справилась намного быстрее, то есть в 2 минуты, полторы минуты по сравнению с 11 минутами на планшете. Итак, подводя итог, могу сказать, что планшет, в принципе, он неплохой, но если, допустим, пользоваться чисто на андроиде, ну, он реально идеальный, то есть можно, допустим, взять этот планшет, снести нафиг винду, оставить андроид, и там все будет просто прелестно у вас, и приложения летать, и игры летать, все вообще там, все как бы отлично, вообще не без сучка и задоринки, как говорится, все летает на андроиде. Но планшет с такими характеристиками на андроиде можно найти немножко дешевле. И прежде чем покупать этот и задумываться о покупке этого планшета, можно найти, поискать просто то же самое, только дешевле, чисто с андроидом. Если вам нужен Windows, смотря для каких программ. Если, допустим, Sony Vegas, он работает, можно кодировать, работает и Photoshop, я не помню, поставил я Photoshop или нет, вот, ну, неважно. Вот есть Fallout у меня, давайте пока запустим Fallout, пока я буду говорить. Вот, загрузился, давно я сюда не заходил в убежище, такая симпатичная игра, прикольная, но я опять отвлекся. То есть, допустим, если вам нужен IntelliJ IDEA, то для таких мелких проектов, как у меня, да, там, Hello Мир напечатать, это подойдет. Но если вы заняты какими-то более сложными проектами, я не думаю, да, здесь можно установить и Tomcat, и все-все-все нужное для программирования, но оно все будет работать медленновато. И если вы программист какой разбирающий,
обучающийся, этот планшет не подойдет вам для программирования на нем или там просмотра быстрого кода где-то в дороге. Лучше все-таки взять какой-нибудь маленький ноутбук, вот, или нетбук, который будет помощнее, чем данный планшет. Но если вы учитесь, ну, вполне, в принципе, может, я буду учиться, буду, как бы, пока не найду альтернативу какую-нибудь получше, буду все-таки заниматься на нем. Батарею держит хорошо, то есть хватает его на 5-6 часов. Мы его мучали, наверное, часа 2-2.5, может быть, 2. Ну да, около 2 часов я его мучал. Вот, и 63%, то есть съело 37% за 2 часа. Ну, грубо говоря, на 5-6 часов его вполне хватает. Это и в игры, и все. Не сказал я про нагрев. Нагревается он не сильно. Я не знаю, как бы, да, там кто-то писал, что один отзыв на FPDA я встретил, что у него что-то греется. Вообще, как бы, в данный момент вот запускается приложение. Мы играем, игра, вот в эту игру, допустим, нужно поиграть где-то полчасика, час, повтыкать в нее, и он немножко нагреется, что будет ощутимо рукой, что он нагрелся. В танках он нагревается быстрее, минут, наверное, за 10 нагревается вот здесь. Вот с этой стороны он только греется. Но оно, то есть, вполне нормально нагревается, что руку не хочется убирать. То есть ты его держишь, как держишь, да, оно немного теплее становится просто, и все. Да, здесь с охлаждением все хорошо. Планшет сам по себе, он иногда, так знаете, притормаживает, и ты к этому привыкаешь, к этим задержкам, секундным задержкам, ты к ним привыкаешь, и ты работаешь с ним как обычно, то есть не замечая уже этих задержек, то есть и каких-либо там тормозов глобальных не было замечено. Но, тем не менее, первую там неделю я просто разбирался, искал драйвера, устанавливал все вот эти клавиатуры, вот, и так далее, и тому подобное. То есть планшет не подойдет. То есть если вам нужен Windows, конкретно вот, этот, вот эта модель, я не знаю, как бы, как у других моделей. Может, там лучше, может, хуже ситуация обстоит с Windows, с драйверами и заточкой всего. Но конкретно, если вам нужен Windows, эта модель, если вы не хотите углубляться туда или ставить драйвера, читать форумы и смотреть, как это все работает, ставить один драйвер, потом удалять. То есть если вам нужен планшет такой на Windows, чтобы взять его и без всяких заморочек пользоваться, этот планшет не подойдет. Конкретно этот не подойдет. Я пока не нашел, какой подойдет. Где я не читал, любые планшеты с Windows, они глючные. Этот вариант один из мощных для Windows, то есть на котором Windows не будет так сильно тормозить, потому что здесь 4 гигабайта оперативки, и для Windows это довольно-таки неплохо. Если взять 2 гигабайта оперативки с планшета, то он, конечно, намного хуже будет работать, чем данный планшет. В принципе, вот я все озвучил, то есть для, если цель ваша стоит Windows, поищите еще, прежде чем его покупать, обязательно поищите еще. Вот, если у вас стоит цель Android, то можно поискать дешевле Android с теми же характеристиками, как у этого планшета. Но если вы ничего умнее не нашли, там, ну, лучше, чем этот планшет, вы можете смело брать, для Android он идеальный. То есть, ну, это я уже там много раз повторил на видеообзоре. Я надеюсь, раскрыл, как бы, все вопросы. Если остались вопросы, пишите в описании, я постараюсь на все ответить. Планшетом я буду пользоваться. Пользуюсь я им на винде в основном, в Android практически не захожу. В принципе, у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!